А тем временем карагандинские мини-футболисты потерпели поражение от принципиальных соперников. Тулпар не смог обыграть Кайрат во второй встрече. Подопечные Амиржана Муканова уступили алма-атинцам со счетом 3-2. Куатшан Чарбаев продолжит. Как и ожидалось, вторая встреча между принципиальными соперниками стала такой же интересной, как и первая. Только на этот раз удача улыбнулась алматинцам, бразильским алматинцам. На игру против Кайрата главный тренер карагандинцев Амиржан Муканов выставил тот же состав, что и в первой встрече. Хотя мог и обновить. В арсенале карагандинского мини-футбольного клуба есть рослый бразилец Дуглас. Но Муканов отдал предпочтение другой тактике. В принципе, она сработала. Но опять же, либо удача отвернулась, либо судейская ошибка. Хочу отметить, что при счете 2-2 наш игрок вышел 1-1, и Гита вывел мяч за пределами штрафной. Сейчас мы разбирали на камере, смотрели, там красная карточка была. В результате судьи не дали, ну, привезли сами третий гол. В составе карагандинцев отличались Чингис Исиноманов и бразилец Преа. А в составе Кайрата блистали два бразильца, не игравшие в первой игре. Жуан и Фумаса. Они-то и принесли в игру гостей скорости, дриблинга и прессинга. Впереди у Тулпара выездные игры, в которых карагандинцы будут сражаться за вторую строчку чемпионата страны. Куатшан Шарбаев, Иван Красиков, Равиль Валеев, 5-й канал.